начинается новая жизнь. Поехали. В аэропорт Жуковский, это находится в Московской области, который, кстати, до 1947 года был поселком и назывался Стаханово. Ну все, мы добрались до Москвы, в аэропорт Внуково. Дальше мы едем в наш любимый город под названием Новосибирск. Ух, путешествие так путешествие. Мы прибыли в Новосибирск, я так хочу спать. Настя, это говорю, она нет, говорит, пошли гулять. Я говорю, я не хочу никуда идти. Мы приехали в Новосибирск, застали день города. А также отпраздновали Настин день рождения. Собрались в ресторан. А она так еще и не собралась. А нам там быть через 15 минут. Настя, что делаешь? Как видишь. А теперь мы отправляемся в Новокузнецк. Очередное мини-путешествие. Получение субсидии, отдохнуть. А вы говорили, вот безопасно. Не так страшно, как сейчас. Тут, короче, они собрались потом кататься на фараоне, на Тошниловке. Я не пойду, потому что я сачку. Я еще тот высочок. Тошнит? Итак, для чего же мы отправились в Новокузнецк? Первое, это мы поехали получать субсидию для открытия своего бизнеса. Второе, повидаться с родственниками. И третье, это договориться о путешествии в Горный Алтай. Дима выбирает мне наряд. Вот что он выбрал. Сегодня предподготовочный день для отъездки в Алтай. И у нас с Настей новая рубрика, мы решили подобрать ей наряды. Короче, сейчас будем. Опа! Скажи, что классно. Да? Я как полудурок стою с двумя чашками кофе. Этот образ похож на певца из 90-х, который в шароварах там еще выступал. Сейчас будет изюминка нашего влога. Это очередной наряд для Насти. Ждем. Эйс Вентура. Нормальный наряд. Наряд для отпуска. Да? Я для Алтая. Кстати, ребят, в комментариях напишите, как вам новая рубрика с примеркой нарядов. Напишите, какой наряд вам понравился больше всего. Так, ну мы зашли в еще один магазин. Дима вот мне выбрал очередные наряды. Вот такое. Ну и такое платьишко. Так, ну что, подводим итоги и пишем в комментариях, какой наряд вам понравился больше всего. Итак, ребят, на этом выпуск подошел к концу. Если у вас кнопочка в левом нижнем углу до сих пор красная, сделайте ее серенькой и жмите на колокольчик. Встретимся в следующем выпуске уже с Алтая.
Он будет очень насыщенным и интересным.